И у нас будет челлендж, в котором нужно будет забить пенальти, но перед ударом оператор будет загадывать ту зону, в которую нужно забить. Если ты забиваешь не в эту зону, то гол не считается. Все голы суммируются. Ссылки всех ребят, которые были в ролике, в описании. Да, мальчик. Бейте в правый верхний угол. Правый, пошел. Ну, конечно. Ты угадал угол? Да. Куда мне ударить? Левый нижний. Ну ладно. Куда ты загадал? Левый нижний. Допустим, левый верхний. Левый верхний угол. Для Никиты. Это будет трудно. Такой себе левый верхний. Я загадал. Угол мне загадай, пожалуйста. Правый нижний. Правый нижний. О, ты не точно. Да, блин. Гол. Че, куда мне ударить? Ням-ням-ням. Правый верхний. Нет, в серединный верхний. Он уже загадал. Я загадал за ворота. Не попасть. Ой-ой-ой. Прикольный верхний. Поехали. Левый нижний. Да, левый нижний. Так. Ты слышал? Готовься вот к правому это... верху. Вот так. Или левому низу, я не знаю. Но только не левому. Да, левый верх. Нет, не левый верх. Мы будем бить в правый нижний. Не забил, смотри, мимо. Смотри, что прикошетом. А, ну ладно. Смотри, что прикошетом. Не только он не бьет. Он попал, он попал. Спасибо большое за просмотр. Спасибо, Никита. Всем удачи. Лаки за камерой. Амин. И, конечно же, я Мэнфис. И всем Араланчик. Пока. Подписывайтесь на мой канал.